Целый день пил на работе коньяк из термоса. Соседи ни о чем не догадывались, пока я не начал с ним разговаривать. СМС от бывшего мужа. Вчера видел тебя, красивую, веселую, пьяную. Уже 2 года, как мы расстались. А ты, стерва, все еще празднуешь. Чтобы хоть как-то привлечь внимание своего мужа, Матрёна заказала костюм тякушки. Кто-то твоего Петрухи давно не видно. Да, он сел за учебники. Куда-то поступать собрался? Да нет, школьную библиотеку буровал. В поезде. Контролёр говорит, вы едете в скором поезде, а билет у вас на пассажирский, придется доплатить. Пассажир говорит, так вы можете сбавить скорость, я не тороплюсь. Мой муж сегодня сходил в магазин и купил пену для и после бритья, гель и шампунь, станки для бритья, туалетную воду, носки, трусы и футболку. Посмотрел на меня, улыбаясь, и спросил, ну и что же ты мне подаришь на 23 февраля? Вот сволочь. Выходные вечером на даче отключили электричество. Мы курицу замариновали в вине, на мангале напекли. На зале картошку приготовили, на печке пиццу приготовили. После ужина зажгли костер, пили вино, музыку включили в машине, плясали. Затем при свечах пели песни до рассвета. А если бы было электричество, посидели бы ВКонтакте, поели бы кефира с гречкой и легли спать. Вы никогда не были замужем? Нет. А я-то думаю, откуда такое счастливое, нетронутое бытом лицо? Подписываемся. Ha 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 ha!